Мероприятие «Диалог семьи и школы. Проблемы и перспективы развития» состоялось в рамках родительского форума в Каспийской гимназии номер 11. Основной темой встречи стало взаимодействие и дружеское отношение между семьей и школой. У нас общая задача – подготовить, воспитать, образовывать наше молодое поколение. Потому что мы для себя же растим, если нам Всевышний позволит состариться, это вот наше будущее, наши врачи, наши учителя, строители. Еще раз вам плодотворной работы и спасибо, что вы нашли в это сложное время посетить этот форум. Почетными гостями стали директор школы номер 1 Фериде Алиева, председатель родительского комитета Светлана Титова, представители духовенства, управления образования и многие другие. Отметим, что мероприятие было приурочено году семьи. По этому случаю воспитанники образовательных учреждений города подготовили тематические творческие номера. Тему ведущие предложили ответить родителям на вопрос, что такое семья, после чего на экране появился видеоролик, где на этот же вопрос отвечают дети. В основной части пленарного заседания участники обсудили темы «Сила в действии», деятельность советников директора по воспитанию в реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», родительство как главный жизненный проект, механизмы защиты детей от внешнего деструктивного воздействия, направленного на разрушение традиционных семейных ценностей и другие актуальные вопросы.